Зовут меня Владимир Паненков. Занимаюсь я изделиями из камня для интерьера. Значит, пришел на консультацию, потому что хочу выстроить работу с дизайнерами. У нас это направление как бы мы не развивали. Купил книжку, стал читать ее, понял, что обязательно стоит взять личную консультацию, приехать и задать конкретно свои вопросы, которые в том числе там появились по ходу вот чтения книги. Основной был запрос – это как наладить работу с дизайнерами вот, по своей теме. И второй был запрос – это хочу заниматься, ну, развить направление отдельное – это дизайна мебели, предметного дизайна, делать свои коллекции, там, тумбы, консоли, столы, там, мягкую, может быть, мебель, торшеры, ширмы, сантехнику из камня, то есть из тех продуктов, с которыми я работаю, то есть у меня опыт работы есть и с камнем, и с деревом, и с металлом, вот это все как-то вместе с собой соединить и сделать из этого вот новый, актуальный, интересный продукт. Я очень, на самом деле, доволен тем, что я приехал, подкинул много идей, как это продвигать, информацией там, и помощь, ну, было, чувствовалась там вовлеченность, там, я не рассчитывал там, на такое. Поэтому с точки зрения там, того, что это крутой продукт, и как бы можно им пожадничать, ни с кем не делиться, вот, можно и так сказать. Но если по доброте, как бы, то рекомендую, в принципе, всем, как я поставщик, рекомендую всем поставщикам, у которых есть любые там, наверное, вопросы в плане какой-то систематизации вот, вот своей текущей деятельности, особенно если, вот, если есть какие-то вопросы, значит, стопудово вот, вам стоит ну, приехать. Меня можно найти в Инстаграме aparh.ru, aparh.ru, это инстаграм нашей компании, ну, которая делает услуги, ну, инстаграм, который мы сделаем для продуктовой предметной компании, он будет другой, потому что мы их разделяем, он будет там позже.